Ядерное оружие является самым мощным и разрушительным оружием, когда-либо созданным человеком. Оно обладает огромной разрушительной силой и может привести к гибели миллионов людей. В истории человечества было проведено более 2000 ядерных взрывов, из которых более 900 были произведены в Соединенных Штатах. Эти испытания имели далеко идущие последствия, как для окружающей среды, так и для здоровья людей. Один из самых известных примеров опасности ядерных взрывов – это проект Starship. В рамках этого проекта в 1962 году на высоте 400 км над атоллом Джонстон в Тихом океане была взорвана ядерная боеголовка мощностью 1,5 мегатонны. Взрыв вызвал мощный электромагнитный импульс, который повредил электрооборудование на расстоянии до 1500 км. В небе над Гавайями наблюдалось зарево, которое было видно даже на расстоянии 3200 км. В 1957 году в Соединенных Штатах был проведен эксперимент, целью которого было показать, что ядерный взрыв не представляет никакой опасности для человека. В ходе эксперимента 5 военнослужащих и 1 оператор оказались в эпицентре ядерного взрыва мощностью 2 килотонны. Взрыв произошел на высоте более 3 километров над землей. Все участники эксперимента получили серьезные ожоги, а впоследствии у них развился рак. В 1962 году в США были проведены неглубокие ядерные испытания с целью изучения возможности добычи полезных ископаемых. Для этого взрывное устройство было опущено в скважину на глубину 194 метра. Взрыв мощностью 104 килотонн тротила поднял над землей купол земли высотой 90 метров и выбросил в атмосферу более 11 миллионов тонн грунта. При взрыве образовалось радиоактивное облако, которое разделилось надвое и направилось в сторону Атлантического океана. Оценка влияния взрыва показала, что радиоактивные осадки от такого применения будут огромны. В 1965 году в Советском Союзе была предпринята попытка создать около 40 озер с помощью ядерных взрывов. Для этого на Семипалатинском полигоне был взорван заряд мощностью 140 килотонн тротила. В результате взрыва образовался конический кратер диаметром 408 метров и глубиной 100 метров. Однако водоем оказался радиоактивен и непригоден для эксплуатации. В 1961 году в Северной Каролине разбился бомбардировщик B-52, на борту которого находились две ядерные бомбы мощностью от 3 до 4 мегатонн каждая. Если бы бомбы взорвались, они бы уничтожили всю Северную Каролину и накрыли радиоактивным облаком Вашингтон, Филадельфию, Балтимор и Нью-Йорк. По счастливой случайности сработал один из 4 механизмов безопасности, который отключил питание боеголовок. В результате испытаний ядерного оружия в Соединенных Штатах пострадали тысячи людей. Многие получили ожоги, лучевую болезнь и другие заболевания. Правительство США выплатило пострадавшим около 813 миллионов долларов компенсаций. Ядерные взрывы представляют собой серьезную опасность для всего человечества. Они могут привести к гибели миллионов людей и нанести непоправимый вред окружающей среде. Важно осознавать опасность ядерного оружия и принимать меры по его нераспространению.